Вышел на работу пьяным и повез пассажиров из города в поселок. Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя микроавтобуса. Эту «Газель», которая ехала по маршруту Садка-поселок Бердяуш, остановили на трассе М5 после проверки документов. Состояние водителя насторожило полицию. При беседе с водителем от него исходил запах алкоголя из полости рта. От прохождения медицинского свидетельства водитель данного автобуса отказался. В отношении него был составлен административный материал. Шоферу предложили пройти тест на алкоголь, но дышать в трубочку 43-летний мужчина не стал. Предлагаем пройти по свидетельству состояния алкогольного опьянения на месте остановки вашего транспортного средства. Подойдите в алкогольный контролер. Согласны? Громче скажите. На водителя составили протокол, теперь его лишь отправ. Также транспортную компанию ждет проверка. Ведь как он прошел медосмотр перед выходом в рейс? В поселок он вез 4 человек и в пьяном состоянии мог попасть в аварию.